Авторы книги, заинтересованная публика. Главный книжный магазин областного центра «Дружба» на один вечер стал настоящей литературной гостиной. Здесь, в уютной обстановке, берестейцы смогли познакомиться с творцами современной истории, своими соотечественниками, которые сегодня пишут о Брестском регионе, о его истории, о его людях. Наше Брестское отделение, наши писатели с удовольствием готовы приходить на встречи в любом месте, где они будут проходить, и представлять наши книги, детские книги наших писателей, которые пишут для подростков и всех остальных, кого может заинтересовать. Мы очень рады, что будут проводиться акции с участием наших брестских авторов, которые помогут людям узнать о истории нашего города, нашего края, о книгах, которые хотят, любят и читают люди. Разные авторы, разные жанры. Например, Сергей Амельчук. Его книга «Земля, которую берут с собой», будет особенно по душе ценителям восточных культур. Свои глубинные и философские хокку он дарит любителям творческой мысли. Эта книга писалась 9 месяцев. Это было, ну, так несподевано. Коллеги, эти хайку каждый день лезли в голову. И доводилось в связи с тем, что это... Ну, специфічна форма, де 5 складов, потім 7, і знову 5. Доводилося загинати пальці, щоб пролічити цей помір. Новые книги по краеведению, а также новая художественная литература сегодня представлена в книжном магазине «Дружба». Количество экземпляров ограничено, поэтому те, кто желает познакомиться с берестейскими авторами, а также узнать что-то новое о своем городе и его истории, здесь очень ждут.